Коллектив предприятия ЖКХ «Назарево» уже не первый раз помогает участникам специальной военной операции и отправляет им все самое необходимое. Недавно приобрели комплект резины для военной техники. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков помог отправить важный груз в Херсонскую область. Ваша позиция, она заслуживает уважения, вызывает благодарность и, самое главное, нужна и имеет реальный отклик от бойцов и командиров, которые находятся в зоне специальной военной операции. С самого начала спецоперации коллектив помогает и поддерживает участников СВО. Они уже отправляли маскировочные сети и другую гуманитарную помощь. Время от времени собираем какие-то денежные средства, уточняем через коллег, друзей задачи необходимые и потребности необходимые для бойцов в зоне СВО и стараемся обеспечить именно тем, что им необходимо. Парламентарий вручил коллективу благодарственное письмо. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».